12 июня вся страна будет отмечать праздник «День России». В этот день 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация. Провозглашено главенство Конституции России и ее законов, отражающей новые политические реалии государственных символов. В 1998 году день принятия декларации о государственном суверенитете стал называться Днем России. День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Колпашевцы могут присоединиться к всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России. Вместе с детьми, родителями, друзьями украсить окна квартир и домов тематическими рисунками и наклейками, посвященными своей стране. Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм фотографии украшенных окон квартир, домов или зданий и короткий рассказ о своем городе, дворе или малой родине. Для украшения можно использовать трафареты или нарисовать на окне контуры сердца, а затем, не раскрашивая рисунок, сфотографировать через него наиболее удачный вид из окна. Посты следует сопровождать официальными хэштегами акции «Окна России», «Я люблю Россию», «Моя Россия».